Жители Юбилейного приглашают на экологическую акцию. 22 августа в лесном массиве, который располагается сразу за поселком, пройдет масштабная уборка. Сбор участников в 10:30 утра у поликлиники номер 20. С собой организаторы мероприятия просят взять перчатки и, если есть возможность, мусорные мешки. По словам инициаторов, в этом природном парке люди совершают утренние пробежки, велосипедные и пешие прогулки, а также это прекрасное место для отдыха на природе. Но после многочисленных пикников здесь остается большое количество мусора. Убрать его организаторы предлагают всем тем, кому не безразлична судьба городских зеленых зон.